Мистер Когдар, за 4 года службы в судебной полиции скольких человек вы подстрелили? Подстрелил или убил? Давайте ограничимся убитыми. С этой цифрой будет проще работать. Мистер Когдар? Что, девочка? Я ищу убийцу своего отца. Его зовут Том Чейни. Найдите его, вы сможете. Как тебя зовут? Меня зовут Мэтти Росс. Так вы законник или нет? Я техасский рейнджер. Я знаю Чейни, но одному мне его живым не взять. Маршал Когдар? Мы сегодня едем? Мы? Я еду с вами. Поздравляю! Из мародеров тебя произвели в няньки. За нами следят. Что делать, маршал? Промазал, Хокберн. Ты лучше замолкни. Я думал, ты скажешь, что тебя солнце в глаза ударило. Точнее говоря, в глаз. Много охотников за головами довелось повидать. Глупый вопрос. Мне 14. You can run on for a long time. Езжай домой. Вы мне не по душе. И я не вернусь, пока мы не возьмем Чейни живым или мертвым. Чейни здесь! На помощь, маршал! И что дальше, Когдар? Пусть ребятки задумаются, в каком аду они вот-вот могут оказаться. С Чейни и его парнями шутки плохи. А я не жалею, что пристрелил твоего отца. Я убью эту девчонку! Это твоя самая большая ошибка. Tell him that God's gonna cut you down. Помоги мне! Ничем я тебе помочь не могу, сынок.